Более 1000 человек вышли на центральную площадь Заречного во Всероссийский день бега, чтобы стать частью масштабного спортивного события. Здесь состоялась физкультурно-оздоровительная акция «Забег атомных городов», в которой принимают участие все города присутствия госкорпорации «Росатом». С каждым годом госкорпорация «Росатом» уделяет все больше внимания социальным проектам, здоровому образу жизни. В этом году проект «Атомный забег» объединил в себе все территории присутствия госкорпорации. В течение сентября во всех 20 городах пройдут массовые легкоатлетические забеги. И, конечно же, наш любимый город не исключение. На старт забега атомных городов вышли сотрудники многих зареченских предприятий и организаций. Студенты, школьники и детсадовцы. Самую большую команду выставило градообразующее предприятие. Конечно, очень приятно, что вы отдых в постели предпочли сбору на этой нашей небольшой, но прекрасной площади. И, конечно, я просто рад, что заводчане в таком количестве со своими внуками, детьми откликнулись на призыв и пришли на этот праздник. Заречный всегда славился своими стройными и красивыми и умными людьми. Хорошего вам дня, праздника и, конечно, общения. С праздником вас! Участникам стартов предстояло преодолеть дистанцию в 2019 метров. Это расстояние символизировало год здоровья в городах атомной промышленности, объявленный 3 апреля в Москве на заседании общественного совета госкорпорации «Росатом». 2 с небольшим километра были вполне посильной дистанцией для любого участника забега, вне зависимости от уровня физической подготовки. Со спортом я как-то не очень связан, и от спорта всегда как-то бегал, но тяга к каким-то массовым мероприятиям у меня есть. Это и культурно-массовые какие-то мероприятия досуговые, и в этом году я решил участвовать в забеге атомных городов. Это весело, это дает какой-то позитив, заряд позитива, заряд оптимизма перед долгой-долгой зимой. 200 человек, которые первыми пересекли финишную черту, были награждены памятными футболками с символикой акции «Забег атомных городов» и госкорпорации «Росатом». Также по итогам забега были определены победители и призеры соревнований в 6 номинациях. Мужчины и женщины – работники производственного объединения «Старт», мужчины и женщины – сотрудники городских учреждений и предприятий, а также ветераны, мужчины и женщины старше 50 лет. Все они были отмечены медалями, дипломами, денежными призами и ценными подарками. Конкретно к этому забегу я и не готовился, как тренировался на спортивное ориентирование, как бы им занимаюсь. Ну а в этом забеге, честно сказать, даже в какой-то степени для меня это неожиданность получилась. Как-то вот удалось разложить силы по дистанции. Особые, сладкие призы ждали самых юных участников забега. По 10 маленьких атлетов выставили на старт все 11 детских садов Заречного. Юные жители страны «Росатом» завершили самое массовое спортивное мероприятие «Года здоровья» в госкорпорации по атомной энергии. Александр Абаимов, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».